Управление по ценным бумагам Канады, CSA, опубликовало заявление по ICO. Заявление CSA объясняет, каким образом регулирующие органы планируют осуществлять надзор над новой моделью финансирования. По сведениям с официального сайта CSA, они получили множество запросов от юридических представителей финтех-компаний относительно правил регулирования ICO и ITO. В заявлении говорится, что токены чаще всего должны рассматриваться как ценные бумаги. В уведомлении также есть руководство для компаний, которые хотят создать свои криптовалютные инвестиционные фонды в Канаде, и предложение подписаться на песочницу, через которую можно тестировать новые финансовые продукты с ограниченными настройками.